Всем привет, с вами StivePro, и сегодня покажу вам ПК-мод для Майнкрафта Pocket Edition. Что ж, после установки данного мода в нашем Майнкрафте появляется немного вещей из ПК-версии. Что ж, во-первых, это вот такие стекла, которые у меня, к сожалению, с этими шейдерами двигаются. Вот такой, кстати, блок, который сделан из красного песка. Проигрыватель, который, к сожалению, сейчас не работает, потому что я не установил специальную музыку. Слайм-блок, слизневый блок, это блок, который находится в подводном храме, где обитают стражи. Вот они тоже, эти блоки там есть. И нижние блоки тоже там есть. И, как видите, вот такая воронка, которая внутри пустая и пустую. Я забыл, как эта штучка называется. И, как видите, такой Эндерсон Ду, который довольно прикольно выглядит, и еще одни стекла. Что ж, так, здесь снова еще такая морковная удочка, с которой мы можем, так сказать, получить свинку. Вот, кстати, Эндербелл, которым мы, с которым мы можем телепортироваться, нажимая на левую кнопку, которая находится там слева. И вот такая проверка, там сейчас слетит Эндербелл, все, слетит. Thank you.